4 июля в Кремле начала свою работу 4-я сессия Верховного Совета РСФСР. В зале Большого Кремлевского дворца собрались депутаты народа, избранники трудящихся Российской Федерации. Сессию открывает председатель Верховного Совета РСФСР, депутат Тарасов. С докладом о государственном бюджете республики выступает министр финансов РСФСР товарищ Фадеев. Докладчик подчеркнул, что бюджет воплощает в себе программу мирного, созидательного труда нашего народа, служит задачам дальнейшего подъема социалистической экономики и культуры. Советский народ, говорит в заключение доклада товарищ Фадеев, уверенно идет вперед, следуя гениальным предначертаниям великого Сталина, ведущего нас к торжеству коммунизма. Трудящиеся Москвы, все советские люди возмущены американской агрессией в Корее. На митинге коллектива электролампового завода начальник цеха Варвара Даниловна Сыркова сказала: «Мы клеймим позором американскую агрессию в Корее. Еще теснее сплотимся вокруг знаменосца мира, великого Сталина». Говорит техник Барвин, участник Отечественной войны: «Руки прочь от Кореи! Да здравствует мир во всем мире!» Слова протеста и гнева звучали на митинге коллектива Московского станкозавода имени Орджоникидзе. Начальник техосборки товарищ Степенин выразил единую волю заводского коллектива – положить конец военному вмешательству американских империалистов в дела Кореи. Единодушное требование прекратить американскую агрессию наполнено горячей верой в победу лагеря мира, возглавляемого великим Сталином. Рабочие и служащие Рижского завода ВЭФ пришли на собрание, посвященное сбору подписей под воззванием о запрещении атомного оружия. На трибуне мастер Юрий Билле. «Я горжусь тем, — произносит он, — что живу в советской стране, которая высоко держит знамя борьбы за мир. Мы за мир потому, что хотим одного — строить светлую жизнь». Это слова стахановки Иды Гольм, матери двух сыновей, погибших в боях за Родину. Все как один, рижские рабочие одобряют воззвание постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира. Эти подписи – демонстрация единства советского народа, его горячая поддержка миролюбивой сталинской политики мира. Голосуют за мир жители белорусских сел. В колхозе «За Родину» собрание открывает депутат районного совета Полина Ковалева. «Не позволим поджигателям войны, — говорит она, — нарушить нашу счастливую жизнь, наш мирный труд». Бригадир Иван Польщиков призывает всех колхозников дружным самоотверженным трудом крепить могущество нашей Родины. Один за другим подписывают хлеборобы и животноводы воззвание о запрете атомного оружия. Сбор подписей продолжается на всех участках и фермах колхоза. Великое дело мира отстаивает каждый колхозник Белоруссии. Столица Белорусской Советской Республики, город, заново восстановленный строителями и архитекторами в годы послевоенной сталинской капитуляции. Проложены новые проспекты,
поднялись кварталы прекрасных домов. Минск продолжает расти, строится, расширяться. Сооружается первое в Минске высотное 13-этажное здание. Создаются дворцы культуры, универмаги, десятки жилых многоквартирных домов. Лучший каменщик Минска Денис Григорьевич Булахов. Он соревнуется с москвичом Шевлюгиным. На всех стройках города есть последователи знатного белорусского мастера. И все они работают скоростными методами, возрождая столицу республики. Новый послевоенный Минск – гордость трудящихся Белоруссии. В Крыму, в совхозе Первомайской, на двух соседних участках соревнуются друг с другом молодые мастера комбайновой уборки. На жатве каждого гектара экономит время комсомолец Иван Сало. Как и все передовые комбайнеры, он стремится завершить уборку досрочно. Побеждает в соревновании Роман Василенко, один из лучших в Крыму водителей комбайна. Его дневная выработка – 20 гектаров. Со всех полей, со всех комбайнов поступает на совхозный ток хлеб нового урожая. Электрик Константин Поддубный наладил механизацию всех трудоемких работ на току. 1,5 тонн пшеницы пропускает за смену зернопульт. Это быстрый и удобный способ просушки хлеба. На току расположилась и передвижная лаборатория. Директор совхоза товарищ Гриценко проверяет здесь качество зерна. Непрерывным потоком направляет совхоз караваны с хлебом к государству. Древний город Ярославль – один из старейших культурных центров России. Здесь 200 лет назад был создан первый русский театр. Основатель театра, актер Федор Григорьевич Волков и его сподвижники положили начало русскому национальному театральному искусству. Накануне юбилея главный режиссер, лауреат Сталинской премии Васильев, готовит выставку, посвященную истории театра. Ярославцы любят свой театр. В эти дни они с гордостью вспоминают о том, что в Ярославле играли великие русские артисты. Сегодня семья потомственного рабочего Михалютина и сотни взволнованных зрителей смотрят спектакль «Заговор обреченных», удостоенный сталинской премии. Ярко воссозданы на сцене старейшего русского театра картины героической борьбы трудящихся страны народной демократии, разгромивших под руководством коммунистической партии заговор врагов и строящих в дружбе с Советским Союзом новую жизнь. Китайской Народной Республики собрались на стадионе 60 тысяч юношей и девушек. Заместитель генерального секретаря Союза Новодемократической Молодежи Китая Ляо Чен Ци выступает с призывом подписываться под воззванием Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира. Вместе со всеми народами, говорит секретарь Пекинского комитета Союза Молодежи Ян Байчен, мы требуем запретить атомное оружие. Этого требует весь молодой Китай. На всех языках земного шара люди скрепляют своими подписями призыв к миру, выражая готовность бороться против преступных замыслов американских атомщиков.
Растет и крепнет лагерь мира. 27 миллионов подписей под воззванием уже собрано в городах и селах демократического Китая.